Тихо, ну блин, мы заняли топ... Турнир пройден. Итак, турнир начинается через 3, 2, 1. Турнир запущен. Итак, самая первая катка в этом турнире. И, короче, совет, чтобы просто как можно больше у вас было шансов, нужно играть с самого начала турнира, и тогда вы по-любому затащите. Итак, короче, мы выбрали тактику вместе с подписчиком. Да, я играю вместе с подписчиком, вместе со своим спонсором. Мы выбрали такую тактику: Эдгар плюс Байрон. И надеюсь, что эта тактика, конечно же, будет удачной. Короче, на этом турнире будет прям очень много команд, которые будут крысить. В этом я прям уверен на 100%. Потому что для прохождения в следующий этап нам нужно занимать топ-2. Итак, Савик там что крутится? Так, что тебе надо? Сейчас я тебя быстренько подлечу. Если тебе нужно, ты залететь хочешь или что? Погоди, у нас пока что топ-5, топ-4. Поэтому нам нужно быть максимально аккуратными. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, 9 банок, 9 банок это не для нас. 9 банок это не для нас. Савик, беги, улетай туда быстрее, быстрее! Серьезно, первая сейчас катка. Ё-моё, топ-3. Мы, кажется, нарвались. В общем, так начинать вообще нельзя. Я думал, то, что мы сыграем 12-0. Ну, что-то пошло у нас не по плану. И почему-то у меня на бравлере не сработала вторая пассивка. У меня почему-то ее не было. Там у меня должна была быть шкала, но ее почему-то с какого-то фига не было, потому что у меня точно стояла вторая пассивка. Я в этом прям уверен. Ой-ой-ой, Савик, нам нужно быть максимально аккуратными, потому что к нам еще идут всякие чувачки, которых мы сейчас, конечно же, кокнем. Давай, Савик, я тебя если что, хилю. Конечно же, гаджет, если что, мы юзаем, чтобы все было нормально. Ё-моё, не выходи только. Не выходи, потому что там Рика со своей ультой ты стреляет, блин, жесткий. Знаете, вот что-то как-то турнир на самом деле пошел вообще нифига не по плану. Я реально думал, то, что мы сыграем без единого поражения, но что-то как-то не повезло, не фартануло. Ладно, так, сейчас нужно мне просто быстренько сосредоточиться. Одного там загасили, но нужно еще убить у него тиммейта. Я так думаю, то, что мы сейчас ему, конечно же, поможем. Так, хорошо, одну команду вынесли. Теперь осталось убить только одного динамайка, и будет сразу же минус вторая команда. Но, блин, я не знаю, стоит ли это вообще делать или нет, потому что мы можем сейчас на кого-нибудь нарваться. И, короче, давай лучше где-нибудь посидим, покрысим Савик, а то нафиг оно надо вообще. Там, получается, у динамайка Джеки уже возродилась, поэтому они могут уже нас кокнуть. Ну-ка, даже не подходи сюда, раз. Ай, сейчас у нас заморозит, тихо, не подходи, хорошо. А вот, смотри, там уже просто лютые замесы идут. Так, остался вот этого чувака, надо одного загасить. Сейчас постараемся это сделать, ну же, есть, топ-2, первая победа в этом турнире, у них, правда, 13 банок, чуваки, вы что вообще за люди-то тут такие, офигеть, ну меня, конечно же, сейчас вынесут, но самое главное, то, что нам уже засчитали победу, и мы на один шаг ближе к нашему новому скину на Бо, бесплатному, если мы выиграем этот турнир, мы просто, блин, меняем тактику прямо во время турнира, это просто капец какой-то, что за баги в Brawl Stars, короче, я выбрал Эдгара, а мой, получается, тиммейт Савик выбрал Коля, только я не знаю, блин, на самом деле, то, наверное, сейчас пока что не стоит идти. А нет, стоит. Забрали сразу же одну команду. Изи. Смотри, почему-то, если у тебя на аккаунте нет пассивки, то она сюда не добавляется. Хотя в турнире она даже показывается. Непонятно, вот эти баги в Brawl Stars, это реально просто какой-то капец. Видимо, просто из-за того, что целая куча народу сразу же разом ринулись в этот турнир, начались какие-то проблемы, блин, с игрой. Ну, а мы пока что просто сидим, крысим, и мы знаем то, что слева в кустах у нас есть Эль Прима и еще кто-то. Я, блин, правда не помню кто. А нет, вот, Эль Прима уже только что убежал, окей. Так, у нас пока что осталось 3 команды, нужно дождаться всего лишь одну команду, вот там вот убийство уже проходит, ну давайте убейте вот прям полностью команду, что у вас, ничего не получается что ли сделать? А то как бы, реально, здесь возможно крысить, это самая настоящая нормальная тактика. Так, там у Эль Прима 7 банок, поэтому нафиг он надо, не-не-не, Савик, туда мы не идем. Так, здесь в кустах никого нету, я надеюсь? Вроде бы никого, окей. Где тогда спрятались все тимы? По-любому по кустам крысят, а? Опа-на, так, чувака, давай. Хорошо, загасили. Теперь бы желательно его тиммейта найти, потому что нафиг пойми, где он находится, блин. Возможно, конечно, его тиммейт это Эль Прима. Нет, это не Эль Прима, это не Эль Прима. Залетаем, 10 банок, правда, я не знаю, получится. Получилось, топ-2, есть. Я затащил эту катку, и теперь у меня 10 банок. Понял, да. Гаджет, если на всякий случай быстренько нафармил. Быстренько сюда идем, так, тиммейт появился. И залетаем вот сюда, хорошо, хорошо. Погнали теперь на Джесси. Ну, ты, в принципе, там, я думаю, и сам справишься. Ладно, все-таки я тебе немножечко помогу. Я так... А, нет, Савик сам все-таки убил. Ну ладно, мы выиграли вторую катку. Так, у нас здесь сразу же стоит 3 ящичка. Это, конечно же, хорошо. Я так думаю, то, что под... некоторые чуваки все-таки не просекли фишку еще. Ё-моё, зачем я это сделал? Они, конечно, лоу-хпшные. Блин, я вот не знаю, стоит ли на них сейчас залетать или нет.
Ах, блин, опасно, опасно. Ладно, погоди, сейчас они там пусть передерутся все. Я быстренько им, конечно же, помогу. Вот этому восьмибитику. Давай, давай, давай. Хорошо, две команды выпилили. Это нормально вообще. Так, тихо. Савик, давай все-таки немного подождем. Пусть они там сами решат. Мы пока что будем крысить, потому что это тоже очень хорошая тактика на этом турнире. Правда, нас сейчас, возможно, Динамайк спалит, но я, если что, на него быстренько сразу же залетаю и выношу. Так, смотри, там еще есть один Эдгар. У него сколько? У него тоже три. А, нет, у него три банки, а у нас пять. Так что, в принципе, я-то буду немножечко посильнее. Но держу в курсе. Пассивка у нас все еще не работает. Хоть бы только Brawl Stars не закрыли на технический перерыв. Я вот за это реально переживаю больше всего, то что видос просто, блин, оборвется. Ой-ой-ой-ой-ой. Нужно на Макса срочно залетать. Давай, давай, давай. Хорошо, хорошо, хорошо. Короче, я сейчас немного отвлекся, просто это было реально максимально опасно, но все-таки я это сделал. И мы сделали три победы, а это значит, что мы прошли первый этап. Правда, есть одно поражение, но мы идем дальше. Наша тактика на эту карту — Тара плюс Джеки. Короче, Джеки просто залетает в центр, а я ей сейчас быстренько начинаю светить. Все, чтобы у нее, чтобы она, конечно же, все видела, а я пока что потихонечку собираю баночки. И Джеки тоже должна собрать как можно больше банок. Надеюсь, что у нее это все-таки получится. Там, правда, еще одна Тара есть, которая светит, но надеюсь, что моя Джеки все-таки справится. Опа-на, нифига себе, как я его сейчас вынес. Я даже такого не ожидал. Но Джеки там вроде пока что нормально справляется. Не знаю, помогать или не помогать. Так, ладно, сейчас быстренько светанем. Джеки, давай, давай, давай. У тебя 7 банок, красава! Вообще, хорошо, хорошо, хорошо. Так, сейчас мы вот этого быстренько загасим, конечно же. Все, Савик, красава, мы с тобой заняли центр, поэтому топ-2 точно будет у нас в руках. Короче, смотри, ты встань сверху, я буду стоять снизу. И если вдруг к нам будут подходить враги, ты просто прям очень сильно крутись, хорошо? Но пока что живы еще все 5 команд. Че вообще, каким образом, столько времени уже прошло. О, одну убили, это хорошо. Опа-на, Савик еще одного чувака забрал, вообще красава. Или даже целую команду, я что-то немного не понял. Ну ладно, самое главное то, что он взял еще плюс 2 баночки. И здесь мы прям изи займем топ-1. Правда, нас там немножечко светят, но Тара, скорее всего, использует свой последний гаджет. Там, правда, Боблин зрячий такой есть, поэтому тоже это очень опасно, на самом деле. Но ничего, сейчас мы, конечно же, затащим. Ой-ой-ой-ой. Одной стрелой по мне, блин, попал жучара. Но у нас есть еще один бот. Давай вот этого бота все-таки реально заберем. Да, так хорошо. Там еще... Понял, понял, понял. Нам нельзя отдавать центр. По-любому, ни в коем случае. Сюда же никто еще не забежал, да? Не забежал. Это хорошо. Так, ты пока что там убивай, а я залечу на этих чуваков и сразу же их разнесу просто в пух и прах. Пока там Тара целилась, я просто без палева их кокнул. И получил сразу же 150 монеток. Все-таки я думаю, то, что вот эта тактика здесь реально самая подходящая, поэтому ни в коем случае сюда не идите. Главное, с рандомами подбирайте себе напарника. Так, Джеки, залетай в центр, я тебе свечу, конечно же, и все-все-все, быстренько забираем сразу же ящик. Ага. Видимо, залететь на центр у Джеки у нашей немного не получилось, потому что нужно было это делать немножечко сразу же, блин. Ладно, понятно. Сейчас, если что, отыграемся, не переживай. Все, банку мы забираем. И просто пока что давай сидимся немного в кустах, хорошо? Давай вот в эти вот кусты зайдем, чтобы это, потому что они все-таки поближе к центру, и их побольше немного. А не то, что там, блин, в одном кустике стоять. Так, пока что у нас живы 4 команды. Это нехорошо. Нам нужно занимать топ-2. Меня сейчас еще могут кикнуть, это вообще нифига не нормально. Нужно просто, как обычно, немножечко покрызить, а потом просто залетать на центр вместе с гаджетом и посмотреть, кто где там находится. Пока что все еще живы 4 команды. И меня этот момент немного, блин, напрягает. Вот и все. Вот у нас и получилось столкновение. Савик, залетаем сразу на центр. У них 7 и 11 банок. Это прям очень дофигища. Но Савик... ну ладно, в принципе, я здесь уже проиграл однозначно. Но самое главное то, что катку-то мы заняли топ-2. Мы немножечко покрысили. Поэтому советую тебе тоже пользоваться такой же тактикой. Потому что она 100% победная. Джеки, не забывай, ты должна залетать на центр. Я быстренько тебе сразу же гаджет активирую и сразу же собираю банки. Блин, надо было сначала лучше влево идти, потому что там 2 банки было. Ну ладно, сейчас мы вот эти банки соберем и сразу же залетаем собирать следующие. Но пока что у меня все еще одна банка, и это немного фигово. Джеки там сейчас опять немножечко светанул. О, хорошо, он там одного чувака убил. Это вообще просто обупительно. И пока что, блин, Джеки собрала всего лишь одну банку. С какого фига, вообще непонятно. Ой, она еще и проиграла. Понятно, значит, будем крысить. Ой-ой-ой, Булк нам решил залететь. Вот офигевшая тактика там, Джеки. Джеки, иди нафиг отсюда. И Булк нам подходит. Булк, Булк справа, если что. Булк справа, тихо, аккуратненько. Ё-моё, мы зашли в центр. У меня 4 банки, у нашей Джеки всего лишь 0 банок. И получается... у нас живо 4 команды, 3 команды живы. Нужно сейчас Боб быстренько загасить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, ну блин, мы заняли топ...
Итак, вот сейчас центр у нас прям вообще максимально жирный. И я так думаю, то, что Джеки сейчас должна по-любому справиться. Так, раз, два, три. Все, гаджет активирую. И сам быстренько бегу собирать баночки. Раз, два, три, раз. Пока что Джеки ни одной банки не собрала, но надеюсь, сейчас будет у нас просто целый куч. Да, куш у нас не было. Окей, Джеки, попытка номер два. Давай я тебе еще раз гаджетом свитанул. И смотри, у нас там справа получается есть босс. Давай, 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 забирай. Хорошо, там, блин, получается Шелли, правда, одну банку собрала. Вот это фиговастенько, на самом деле. И Шелли у нас убежала. Окей. Тихо, тихо, мина, мина, это вообще нехорошо. Блин, 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 Савик, короче, тебе нужно немножечко бежать. Я хотел, блин, гаджет активировать, но немного не успел. Смотри, но мы знаем то, что в твоих кустах никого нету. Поэтому ты можешь пока что здесь, в принципе, спокойно сидеть. Так, к нам может залететь Эдгар. Поэтому, если что, готовься, 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 готовься. Аккуратненько. Справа в кустах была Тара и Джеки. Вроде бы, если я ничего не путаю. Но вот этого Эдгара бы нам как-нибудь загасить, конечно, но ладно, фиг с ним. Джеки все-таки решила атаковать этого Эдгара. Тихо, 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 тихо. Идите нафиг, да вы что, все на меня напали-то? Савик, держись, у тебя три банки, конечно. У тебя пять банок уже! Серьезно? А как так? А, ну да, точно, это же меня убило, а не тебя, забыл. Поэтому ты, пожалуйста, продержись. Осталось топ-4, топ-4, еще две секундочки, и я восстановлюсь. Давай, 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 давай. Сейчас тебе быстренько еще и помогу, конечно же, загасить эту биби. Хорошо, плюс одна баночка. Но только сейчас реально вот эти катки становятся прям максимально потными. У нас пока что есть топ-3, и это нас не устраивает. Так, тихо-тихо-тихо, загасили, хорошо. Давай сейчас быстренько попробуем бо загасить. Только не знаю, конечно, получится, это у нас не получится. Здесь сразу же двое стоят. Окей, погнали на бо. Ой-ой-ой, у него мины стоят-то. Ей-ей-ей-ей-ей-ей, это опасно. Мины — это фигня какая-то. И у меня все гаджеты закончились, вот это вообще дичь какая-то. Тихо. Тихо, у меня 700 хп, 700 хп, мне нужно откилиться, мне нужно откилиться. Ай-яй-яй-яй, быстрее, пожалуйста, не убивайте меня, не убивайте, не убивайте. Идите все нафиг, отсюда. Как же потно. Я думаю, то, что мы все-таки сможем, мы сможем затащить, Да. И чем? Сможем или не сможем? У нас третье поражение. Ё-моё. Короче, мы прям срочно опять меняем нашу тактику, потому что у нас три поражения, сейчас нам проигрывать нельзя, и надеюсь, то, что сейчас тактика будет у нас все-таки... Куда ты пошел-то, Савик? Нам нужно на центр заходить, ты что делаешь-то? Ё-моё. Так, ладно, вот этого мы загасили. Там Леон сейчас может быть под инвизом, наверное, где-нибудь, но надеюсь, то, что все-таки, конечно же, не будет. И нам нужно собрать как можно больше банок, но мы, блин, собрали всего лишь одну. Гениально. Савик, ты зачем в бок-то пошел? Нам нужно было на центр, блин, идти. Ах, ё-моё. Ладно, мы пока что центр заняли, поэтому, в принципе, мы можем вот так гаджет активировать, это хорошо. И давай на всякий случай здесь быстренько вот так вот сделаем. Раз. Все, сломаем кусты, чтобы к нам сюда никто не подходил. Мину туда закинул, тоже нормально. Если что, мы будем знать, то, что там кто-нибудь появится. Но гаджет там немножечко, блин, сломали. Так, Тара, ты что сюда идешь? Убить не успел, Савик, беги не туда. ГГ. Турнир пройден. Ну тогда давай откроем хотя бы маленький ящик. Может быть, из него что-нибудь выпадет. Мы его сразу же открываем, и нам нифига не выпало. Короче, видос сегодня получился какой-то максимально неудачный. Но зато знаю, что у нас будет удачное. Удачный у нас будет стримчанский, на котором я тебя, конечно же, сегодня жду. Надеюсь, то, что ты на него придешь, и мы с тобой сможем, конечно же, затащить. Потому что там без твоей поддержки я вообще никак не справлюсь. Стрим будет сегодня в 17:00, и я тебя жду. А пока что просто подпишись на канал. Давай, подписывайся, вот, а потом не забывай про стрим. Окей?